долго готовили History Race, потому что это первый наш массовый старт. Мы переживали за результат, но у нас было огромное желание сделать соревнования интересными и запоминающимися. В результате к нам приехало около 80 участников из разных городов. На дистанцию выходили команды по 2 человека, и у них было 6 часов на поиске контрольных пунктов. Лидеры преодолели около 70 километров. Хотелось показать участникам самые интересные места бывшей финской волости Сакияви с точки зрения истории. Поэтому велогонка получилась симбиозом между спортивной борьбой и познавательным краеведческим путешествием. Проведение новых этапов History Race. Мы будем рады видеть вас среди наших участников.